Друзья, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами прохождение Киберпанк 2077. Ну что, продолжим задание по следам прошлого. Нам бестия позвонила и предложила встретиться, у нее есть какая-то инфа для нас. Сейчас узнаем, что за инфа. Мы в клубе по смерти. Здорово, молодые люди. Я тут. Это Криспин Вейланд. Он нам помогает. Отлично. Здорово. Открыли охоту на Смэша? Готов, о дороге поговорим. Так, ну, готов. Поехали. Поехали. Удачи. Спасибо. Давай, братан. Привет, Клэр. Ты сегодня будешь? Не знаю. Ужин можешь не греть. Все, начальница уходит. Чем тебе там помог Уэйлон? Он выяснял, застанем мы Грейсона дома или нет. То есть мы знаем, где его искать. Ну, получается, знаем, раз мы туда идем. Поедем на крутой тачке. У меня для тебя подарочек. Так, что это? Примерь. Это куртка Джонни? Копия. Сшита по заказу. Его куртка, наверное, уже давно рассыпалась в пыль. Ну, спасибо. Спасибо. Залезай. Так, сейчас, секундочку, посмотрим только, что это за курточка такая блатная. Дает критический урон. Блин, ну моя куртка как бы получше. Пока оденем мою, она посерьезнее. Ну, хоть выглядишь теперь прилично. А, спасибо, давай, братан, я поехал. Ну чё, куда едем-то? Джонни говорил обо мне? Вы же с ним все время болтаете. Ты же знаешь, Джонни говорит в основном о себе. Ну да. Ты точно вписываешься? Думаешь, без меня будет лучше? Нет, просто не хочу, чтобы Джонни тобой манипулировал. Это же он одержим Смэшером, а не ты. Правда? Я просто пытаюсь играть честно. Странно, что вы со Смэшером не пересеклись раньше. Я о нем слышала. Время от времени. И ты не пробовала его выследить? Вот что, Ви. То, что Джонни вернулся, многое изменило. Окей, ясно. Хорошо тебя понимаю. Что ж, потом обсудим, наверное. Так, ну я думаю, пропустим поездку. Это будет просто катание по городу под музыку. Все, дальше пойдем пешком. Может, нам повезет. Уберем и Грейсона, и Смэшера за одну ходку. Эта мразь должна быть где-то здесь. Так, ну давайте выходить. Ладно, давай начинать. Слишком много крутится всякой швали. Лучше подождать, пока стемнеет. И что мы будем делать столько времени? Ждать и смотреть. Окей, можно начинать. Мальстрём охраняет доки. Будешь меня прикрывать. Давай, пошли. Она психует. Есть идея.
Прикрываю ее на всякий случай. Иди за мной. Так, а что за идея-то? Может, мне глушитель нацепить на всякий случай? Куда? На вторую хату? Да, хорошо. Не, не пошел. Окей. Так тебе и надо. Нам сейчас на главный склад Мальстрёма. Терминал там. Надо проверить. Блять, как-то странно получилось. Совсем странно. Блять, стопы, а чё это такое-то? Чё так быстро-то? И чё так больно-то? По-тихому не получается. Прикрывай её на всякий случай. Иди за мной. Так, ладно, идём. Пробуем ещё раз. Так, ты ж, по-моему, сюда шла, да? Да, все верно. Давай, веди малыха. Да, да. Я заменила, что малыха. Да. Пока работаю. Ну что, стоим, кого ждем? Алло. Ну-ка. Теперь осторожнее. Видишь их? Надо по-тихому подобраться к терминалу. Так, терминал. Ну, окей, значит, идем сразу сюда. Тебя чуть не поймали. Не вылезай. Чуть не поймали, не считается. Молодой человек, поспите немножко. Найдешь там что-нибудь полезное. Послежу за дверью. Не, она... Тянет время. Говорю же, она до сих пор боится этого уёбка. Так, это какая-то партия. Так, а кто это пишет-то? Видимо, вот, смешер. Где-то на корабле. Осталось только это проверить. Сейчас направо. Так, сейчас направо. Так, тихо. На замок. Видишь, кто там? Блять, ну это тебя спалили! Терминал там. Надо проверить. Может, найдем что-то про... Вот и он. Выглядит не очень. Идем. Так, ладно, прорываемся, значит. Слушай, это было круто. Не верится, что... Окей. Зачем ты вообще согласилась? Давай, за мной беги быстрей. Отомстить за Джонни? Так, предлагаю снять. А, так его и нет, у глушителя, да? Мы без глушителя, ну да. Так, у нас есть супер вот пушка. Кто где?
Хороший был бой. Ну да, неплохой. Так. И что мы тут ищем? Обойти Ибуники в поисках Смешера. Так, меня эта синяя точка напрягает. Уберем ее. Так, ну я думаю, скорее всего, он где-нибудь в глубине будет. Тут вроде все спокойно, тихо, как ни странно. С учетом того, под какой шум мы зашли. Да что такое, блядь? Тихо. Да, как отсюда выйти, блядь? Так, ладно, ближний бой. Ближний бой, так, ближний бой. Так, сразу лутаемся, все забираем нахер. Ничего оставлять нельзя. Че тут? Ты там что-то говорил за пистолет твой? Типа он у них сейчас? Так, это кто? О, так это Грейсон. Где пушка-то? Это, кажется... Не твое. Грейсон. Да ладно. Мы, получается, играем теперь за разные команды. Но не то, чтобы я удивлялся. Ты у нас любишь загонять нож в спину своим вчерашним союзникам. Где Смешер? Знаешь, я могу раздавить тебе череп, как яйцо. Так, чтоб ты еще мог говорить какое-то время. Да я готов говорить. Ты никогда не думал, как бестия пережила это нападение на башне? И почему никого не отправили ее выслеживать? Только ее из всей вонючей Атлантиды. А? Настоящая загадка. Чем же она поступилась, чтобы потом так удобно устроиться? Кого она предала? Чью жопу ей пришлось вылизать ради... Не понял. Где сейчас Смешер? С семьей Арасака. Я думал, ты уже знаешь. Когда он сюда вернется? Никогда. Адама только что назначили. Аж начальником службы безопасности. Ему эта дыра в херню сралась. Я остался тут только что закончить его дела. Сука. Представляю, как это обидно. Смешера вам теперь не достать. Как высоко не прыгайте. Но вы не расстраивайтесь. Он сам вас найдет. Он любит отдавать такие долги. Лично. Бесполезный кусок говна. Позволь мне закончить, Ви. Эй, слушай. А чем тебе так интересен Смешера? Ничем. Мне интересен Сильверхенд. И то, что с ним случилось. Джонни Сильверхенд, а что ты хочешь знать? У тебя была пушка Сильверхенда. А ты тоже фанат? Смешер тебе ее отдал? Ага. Награда за выполнение особого поручения. Смешер тебе не говорил, где тело Сильверхенда? А ты что, фанат? Эксгумировать будешь эту падаль? Или тебе просто рассказать, как он подыхал в луже мочи, когда его выжигали душегубом? Что они с ним сделали? Закопали рядом с месторождениями. В пустошах по трассе 101 на север. Потом на свалку. Если хорошо пороешься, может, выкопаешь из говна серебряную руку. Все, хватит. Добивай его. И давай закругляться. Меня уже тошнит смотреть на его рожу. Стой, подожди. Я вспомнил насчет Сильверхенда.
Ты типа поклонник, да? У меня есть кое-что. Так, ну и чё? Тебе сегодня повезло. Легко тебя задобрить, Ви. То, что я обещал, вон там, в контейнере, на этом гиганте. А что внутри? Сам увидишь. У меня в кармане ключ-карта. Забирай. Какого хрена? Все, я убил, как и обещал. Ну и зачем все это было? Мы ничего не нашли, никаких зацепок. Черт, Ви, ну скажи ей. Ну, кое-что мы узнали. Ага, что они бросили тело Джонни на свалку, как мусор. Смешер. Блять, заткнись! Смешер тут ни при чем. Он просто верхушка гребаного айсберга. Даже если мы его прикончим, что это изменит? Че ты орешь-то, Я пошла, тут больше делать нечего. Тебе не интересно, что там? Когда мы... Мне пора. Ебать, типа, ты под тапком дала прядь. Пускай идет, Ви. Она успокоится. Просто в такие моменты ей хочется побыть одной. Окей. Понимаю. Надо как-то спустить этот контейнер вниз. Если там есть что-то мое, я хочу это вернуть. Ладно, поищем контрольную панель. Да, есть по-любому, братан, не ссы. Так, а я пока хочу разглядеть, что это за пушка. 127-155. И 4 модификации, ну нихера себе. Нихера себе. Термический урон, вероятность критического попадания. Критический урон, коэффициент урона при попадании в голову. 2.42, ну не сказать, что супер скорострельная пушка, но урон кайфовый. Я все-таки дождался. Так, тогда сходу берем. Отсюда снимаем всю оптику. Так, это можно разобрать. Так, план Б тоже оставим, пусть будет на всякий случай. Это одеваем. Модификация, раз, два. А, сюда типа нельзя прицельчики ставить, да, только... Ага, ага, и глушитель сюда не поставишь. Вот она что за пушка-то такая. Так, это херня какая-то. Увеличивает урон на 7. Мешает время перезарядки, повышает вероятность вызвать наносящий урон эффект на 5% при попадании. Но это не то все, это все не то. Так, а на этот план Б можно поставить у нас и прицел, и ствол. Здесь 313. А здесь 295. А допустим, создание. Если мы создадим вот эту пушку, у нас станет 296, а там 313. В принципе, мне кажется, эта пушка даже получше будет. Несмотря на то, что там модификации есть. Так, улучшить. 356. Здесь нельзя прицел и глушитель поставить. Это печальненько. Это очень печально. Блин, а? Это западло. Нет. Ну, сейчас немножко побегу с этой пушкой. А там как пойдет. Но мне кажется, я лучше оставлю себе пушку Декса. Она посерьезнее выглядит. В перспективе. Хоть и с двумя модификациями, но посерьезнее. Так, спускаемся вниз. Оба-на. Катана, катана. Так, может тут что-то интересное тоже будет? Надо сразу облазить все, обыскать. По пути, так.
Так, наверх. Теперь вниз. Блин, да я спрыгну здесь. Вот. Твою мать. Я, кажется, знаю, что это. И чё это? Чё это? Чё это? Давай говори. Ну-ка, что тут? Это тачка, да ну нахер. Снимай эту тряпку. Ну-ка. Моя тачка. Уф. Садись. Даже уф. Разрешу тебе вести. Ёпарасоте, вот это вот кайф. Вот это супер кайф. Рычит, как тигрица. О, да. Пора узнать, где эти хуйсосы закопали мою бедную жопу. Да, братан, не ссы, сейчас съездим, заберемся. Не думал, что у вас с бестией все было настолько серьезно. Еще бы не серьезно. Каждый раз, когда мы встречались, кто-то умирал. Очень романтично. И главное, в твоем стиле. Все время что-то происходило. У нее были заказы, у меня концерты. Так и жили. Никогда не было по-нормальному. Хотя, однажды... Ой-ой-ой-ой! И что? И ничего не вышло. Как всегда. Блядь, я чё, в текстурке застрял? Ну да. Да ёлки-то палки, ладно. Блядь, а чё делать? Ладно, я понял. Мне не надо. Так, ладно, сейчас попробуем. Так, а если... Турбо, вот. 911. Подтвердить. Вот. Отлично. Все, поехали. Ну, в этой игре нормально в текстурах застрять, там под землю провалиться, насколько я понял. Так что все четко. С вами была программа «Ваше дело – это мое дело». Охота же им было тащить мой трупак в такую даль. Ну, меня вообще выкинули на свалку. Ну, кстати, по-моему, где-то в этом районе. Вроде бы. Так вот оно как. Здесь вообще ничего нет. Да, в смысле ничего нет? А чего ты ждал? Что тебе памятник поставят и цветами засыпают? Да нет, не знаю, знака. Хотя бы чего-нибудь. Сейчас мы это исправим. Бля, да хуй его. Давай поговорим. Ебанутый террорист и сволочь. Вот что бы я написал, блядь. Жестоко. Но я бы сразу зауважал чувака, который тут лежит. Ты просто себе жалеешь. Нет. У меня как будто глаза открылись. Слушай, я понимаю, что проебался по всем фронтам. Я разочаровал или обманул всех, кто мне верил. Запомнил совсем, как бесчувственный, эгоистичный мудак. Но кое-что мне все-таки удалось. Мне удалось не проебать то, что нас связывает. Обязан исповедоваться передо мной во всех грехах. Я знаю, но может мне хочется. Большинство тех, кого я считал друзьями,
Даже в одной комнате со мной с трудом могли находиться. Ты оказался моим самым близким человеком, Ви. Мы же круглые сутки вместе. И несмотря на это, я почему-то не вызываю в тебе ненависти. Сначала ты был абсолютным мудаком. И ты этого заслуживал. Чё ты, блядь, опять оскорбляешь? Виктора, когда ещё не знал обо мне. У меня глюки, я боюсь. А потом еще плакался Мисти, что не хочешь умирать. Помню, как ты среди ночи умолял, чтобы я покурил. И жаловался, что не можешь меня убить. Я и не знал, как далеко все зайдет. До сих пор чувствуешь, что задыхаешься? Нет. Не скажу, что стало лучше, просто по-другому. Иногда, когда я просыпаюсь, мне кажется, что я вернулся. Как это, вернулся? Ну, что тело теперь мое насовсем, что я свободен. Но через секунду накатывает чувство утраты, будто я потерял что-то важное. Потом я понимаю, что ты здесь, никуда не исчезал, и сразу чувствую какое-то глупое облегчение. Когда ты говорил, что подвел друзей, ты имел в виду Бестию? Бестию, Альт, Керри, Сантьяго. Думаю, с Бестией еще не все потеряно. Я не могу общаться с ней, делая вид, будто за эти 50 лет ничего не изменилось. Да ладно, ты уже начал. Это правда. Вообще-то я обещал сводить ее в кино когда-то очень давно. Хорошая мысль. Позвони ей, спроси, когда у нее свободный вечер. Только это значит, что ты должен опять передать мне контроль. Да ебать, ты охерел, ебать, опять так набухаешься. Да, я ей позвоню. Спасибо. Поехали отсюда, все равно тут не на что смотреть. Но приехать сюда все же стоило. Определенно. Спасибо, Ви. Я рад, что среди стольких голов мне повезло попасть именно в твою. А чё, блядь? Я думал, мы труп выкопаем, еще какую-нибудь хуйню сделаем. Могилу, типа, там все дела. Так, здесь, кстати, есть карта Тара. Вот она. Надо ее просканировать сразу. Карта Тара повешенной. Ничего тут интересного нету, посмотреть, поискать. Уж такое знаменательное место, мне кажется, по-любому что-то да должно быть. Так, может наверху все-таки залезем, посмотрим. Так, тут какая-то гитара, тут непонятная хрень. Так, тихо. Вот сверху можно все просканировать. Так, это просто автоматы. Автоматы для удовлетворения спонтанных желаний. Блин, это лучшее, что можно придумать в игре. Название автомата. Так, а здесь? Тоже пусто вроде, да? Блин, реально свалка, вообще ничего нету. Так, здесь я спрыгну. Ну, чуть-чуть убился. А, блядь, а сейчас что было?
Так, ладно, у нас есть куртка Сильверхенда, у нас есть машина Сильверхенда, у нас есть очки Сильверхенда, у нас есть машина Сильверхенда, у нас, блядь, штанов не хватает и обуви. Отлично, вообще круто. Ладно, продолжим. Здесь уже продолжения нету? А, нет. Есть продолжение, есть позвонить Бесте и пригласить ее на свидание. Ну, давайте позвоним. Так, Т, Бесте, Ф. Джонни хочет пригласить тебя на свидание. Что скажешь? Точно, Джонни? Не ты? Точно. Ты же сама говорила, что никогда нас не перепутаешь. Ладно. А куда мы идем? А куда бы тебе хотелось? Серебряный пиксель в Нортоуке. Идет. Я заеду за тобой в посмертии. Собирайся. Так, ну что, едем в посмертие, значит? Забейте на крутой тачке. Так. Вечером заехать за ней надо. Так, выходим и быстро перемещаемся. Посмотрим, что за поход в кино такое интересно будет. А, это вот же она. Ты выглядишь по-другому. Попробуй еще раз. Может, в третий раз скажешь что-нибудь хорошее. Эй, Бести, ты готова? Опять ты. Мы идем? А где Джонни? Он все-таки не смог. Да подожди, сейчас может. Я всего лишь шофер. Он у тебя на коротком поводке. Я что-то не понял. Кто, я или Джонни? Джонни? Да, да, да. Где ты его взял? Он стоял в контейнере. Помнишь, про который нам говорил Грейс? Хм. Окей. У меня с ним связано много воспоминаний. Можно ехать. Серебряный пиксель — твое любимое место? Было когда-то. Я давно туда не ездил. Автокинотеатры вышли из моды лет 100 назад. Но серебряный пиксель еще как-то держит. А что, хорошее место для свидания? И мне так казалось. Поэтому я предложила Джонни поехать туда. Много лет назад. То есть это не его идея? Конечно, нет. Для него романтическое свидание – это налет на штаб-квартиру Арасаки. Да что такое, блядь, один фонарь горит, я думал, мотоцикл едет. Ладно, Ви, скажи мне, что происходит на самом деле? Не понял. Джонни никогда ничего не делает просто так. В чем же дело на этот раз? Джонни изменился. Он правда хочет немного побыть с тобой. Не жди ты все время подвоха, бестия. Ну-ну. Блин, что-то очень долго ехать. Ну да ладно, покатаемся. Бести. Просто пытаюсь осмыслить. Джонни Сильверхенд вдруг перестал быть эгоистом. Определенно ты на него хорошо влияешь. Ну, ой-ой-ой, да, перевоспитываю его чуть по чуть. Да, поворачивает машинка очень тяжело.
Джордан, и это мировые новости на 54-м канале. Приехали. Западные корпоративные штаты сообщили о новой визовой программе. Быстро же время летит. Что, закрыто? Как успели свернуть лавочку? Ви, а попробуй туда пролезть. Нас не остановишь. Решили свидание? Будет свидание. Ладно, тогда действуй. А я посмотрю. Так, нужно попасть в кинотеатр. Ну, это проще простого. Все, я внутри, я попал. Че, блядь? Так, нужен код. Нужен код. Серебряный пиксель расширяется. Так, это евро-доллар, это не то. Подпишите петицию. Евро-доллары. Так. Сеть сообщения. Ага, это должен быть пароль. Где? Мы и правда идем в кино. А, вот, 4-0. Ну ладно. Так, удаляем. Раз, два, три, четыре. Вам шалала. Готово, идем. Неплохо. Попробуй запустить проектор. Я пока выберу нам места. Сейчас все будет. Ладно, пойдем проверим проектор. Вход вот тут. Да, я уже увидел. О, интересно. Ага, кажется, я нашел проектор. Ты случайно не знаешь, как его запустить? Давай посмотрим. В последний раз они показывали Бушидо 10. Идеально. Да ну, блевотное зрелище. Ви, мы в автомобильном кинотеатре. Фильм тут вообще не важен. Просто что-то должно идти фоном. Кровь, кишки, сиськи не имеет значения. Ну тогда Бушидо подходит. Ну все, Ви, уступай место. Дальше я сам справлюсь. Ну, ладненько. Развлекайтесь, молодежь. Отдыхайте. Я заняла лучшие места. Залезай. И чё? Правда, кино будем смотреть? Про Смешера? Ты так представляла себе это свидание? Многое должно было измениться, чтобы мы просто взяли и пошли вечером в кино. Но не думала, что все изменится настолько. Давай представим, что сейчас 2015. Мы только познакомились, и я еще не знаю, какой ты. Давай. Я заманил тебя в кино, чтобы потрахаться. Не, ну технически это возможно. Допустим, сейчас 2015. Ты бы что-нибудь изменил, если бы мог? Неважно что. Я сделал бы все, чтобы не потерять тебя. Джонни, Эйд. Эй, это что такое? Ничего. Просто у меня было время подумать, пока тебя не было. Что было бы, если бы? Ты как будто мне что-то не договариваешь. Джонни, зайка, я очень многого не договариваю. Но у нас всего лишь один вечер. Для меня это больше, чем я мог надеяться. Бестия,
Я здесь в чужом теле, в чужом времени, но я здесь. Ох, уже раздета. Быстро. А, нет, куртка только сняла. Честно. Нечестно по отношению к Ви? Нет, к тебе. Я делала вид, что ничего не изменилось. Что я та бестия, которую ты знал. Мне даже себя немного удалось обмануть. Можешь не провожать. Что происходит-то? Что такое? Блять. Это что, таблетка какая-то? Красная, по-моему, да? Возвращаем виз, значит. Ну что, дядь? Бестия ушла? Да. Кажется, все прошло не очень хорошо. Да. Собирались хорошо провести вечер в кино. Потом она разозлилась и не сказала из-за чего. Может, дело в тебе? Ты просто стал неинтересен? Нет, дело точно не во мне. Помнишь Грейсона? Он очень странно с ней разговаривал. Даже не то чтобы странно. Он ее как будто подначивал. Может, с этим что-то связано? Надо это обдумать. А пока отвези меня в Нортоук. А как это тебе поможет с бестией? Не с ней, с Керри. На месте тебе все расскажу. И фильм какое-то говно в конфетной обертке.